Книга «Открытым оком», том 1, вопрос 198. Существует ли переселение душ? Отвечает Игнатий Тихонович Лапкин. Это пришло к нам от южных соседей. Очень заманчивая мысль, что у человека не одна единственная жизнь, а бесконечное множество. И если она не удалась сейчас, то попытки можно повторять бесконечно. Мы имеем богооткровенную истину, и открыта она Духом Святым в Святой Библии. Евреям 9:28. Так и Христос, однажды принеся себя в жертву, чтобы подъять грехи многих, во второй раз явится не для очищения греха, а для ожидающих его воспасения. Нигде, ни в одном месте Библии не говорится о повторении земной жизни как обычного явления реинкарнации. Евангелие от Луки 16:26. «И сверх всего того между нами и вами утверждена великая пропасть, так что хотящие перейти отсюда к вам не могут, так же и оттуда к нам не переходят. После смерти возврата на землю нет, только в исключительных, редчайших случаях совершается это как редчайшее чудо».